Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні ми поговоримо про успіх одеського спортсмена, представника бадмінтонного клубу «Олімпік» на чемпіонаті Європи у Сербії. В'ячеслав Яковлев взяв бронзу. Вітаємо з цим успіхом. Також в нашій студії керівник бадмінтонного клубу «Олімпік» Володимир Кізима. Вітаємо. В'ячеславе, ну, перше слово вам. Як вдалося так високо піднятися на п'єдестал і взяти бронзову нагороду? І як взагалі пройшов виступ на Балканах? Виступлення дуже тяжке було, багато ігор в день, дуже тяжка дорога обійшлась к соревнованиям. Я готувався где-то, якщо не соврать, полгода, щоб принести хоч якийсь результат Одеської області і в Україні в цілому. Чемпіонат Європи U17 – це вже великий рівень, це юніорська збірна. Як давно виступаєш за найвищі, найголовніші команди нашої країни? І як давно почав таких успіхів досягати? Десь рік тому мене взяли в збірну, я почав їздити під українським флагом на майках все время. І як відчуваєш цю гордість та впевненість? Помагає дуже сильно. Ще цікаво, чого не вистачило, щоб взяти золото. Як там пройшли самі півфінали, з яким рахунком, з ким не вдалося впоратися, скажімо так? З турками. Вони показали неплохий результат. І з сербами теж. Дякую. Ну, безумовно, успіх В'ячеслава – це успіх повністю одеського бадмінтону і клубу «Олімпік». Володимир, розкажіть про вашу команду, як допомагали, як направляли, мотивували вашого спортсмена. Ну, Славик зараз тренувався з нашим тренером, з Женей Сафроновим. Вони тренувалися 3 рази в день, тобто з утренніх кросів, потім тренування, слідом ще одна тренування. Дальше Славик еще проводил тренировки для наших любителей, то есть готовились сильно, но по чемпионату, получается, после там 16-часовой дороги, там первого дня, далее мы активно следили за его играми, то есть одиночные игры появлялись, ну, буквально одна за одной. И то есть сколько, 7 или всего игр было вместе с микстами. То есть всего было 7 игр за день. То есть это довольно тяжело и изматывающе. То есть когда мы там со Славиком переписывались в Вайбере, он говорит, там около 7 вечера, говорит, ну все там типа еще. Говорит, уже силы на подходе. Ну и партии были напружены, так? Так. Какие рахунки там были в основном? Приходилось в останній момент? Так, да, очень. В терочку было 21-19, 21-18. Тобто боротьба була в кожному матчі. Да. Да, на самом деле, под, ну вот это уже было около 8:30 по нашему времени, по сербскому времени, то есть на час позже, был назначен последний микс, который был за выход в четверку. И то есть до этого встреча с турком тоже за выход в 4 по одиночной категории. То есть и вот там, глядя так на экран, думаю, что вот, пройдет турка, не пройдет, такое вот, ну, волнение. А микс против датчан. Дания – это одна из сильнейших стран Европы по бадминтону. Собственно говоря, на победу в миксте, вот я, находясь здесь, то есть я не был на соревнованиях, находясь здесь, я на самом деле не… Ну, конечно, надеялся на эту победу, но… Ну, это было очень удивительно, то есть, что они прошли, и дальше, то есть, увидев, что они прошли Данию, то есть, я вполне думал, что могут. Ну, и, безумовно, це успіх і всього українського бадмінтону, і в частності одеського. Як зараз в нашому місті розвивається, завдяки чому, як ваш клуб допомагає? Ну, на самом деле, то есть, наш клуб, именно непосредственно как бадмінтонний клуб, это первый бадмінтонний клуб в Одесі. То есть до этого именно специализированных бадминтонных клубов у нас не было. То есть бадминтон развивался только в спортшколе. Ну, то есть параллельно ДЮСШ у нас по бадминтону, она комплексная. Там одновременно развивается и художественная гимнастика, и... Это ДЮСШ-5 на Комарова. Да, это ДЮСШ-5, совершенно верно. Наскільки зараз Одеська областная федерация развивается, та выходит на новый уровень? Сейчас идет реформация Одесской областной федерации, то есть в соответствии с новым законодательством. Вот буквально вот-вот должен вступить на должность непосредственно председателя Одесского областного отделения Федерации бадминтона.
Вот, это Федоров Валентин Андреевич. Вот. То есть мы активно начали сотрудничать еще прямо в процессе реформации, то есть бадминтонным клубом вместе с федерацией, ну, чтобы создать как бы команду с самого начала. Сейчас активно развивается и студенческий бадминтон, и юниорский бадминтон, и любительский, и профессиональный. В данный момент, вот сегодня в 5 утра у нас две одесские команды выехали на турнир «Балкан Бадминтон Сириес». Это популярная серия турниров, то есть BBS, они проходят лето, зиму и осень. То есть только это три турнира в год. Вот, поехала профессиональная команда, вот, в том числе наш тренер, который сейчас со Славиком работает, поехал на этот турнир именно выступать в профессиональной команде, и поехала даже команда любителей, то есть, которых он, Славик, кстати, тренирует и любителей, то есть, как, в качестве инструктора. Вот. Поэтому всех приглашаем. Ну, ми побачили, що в останній час, в останні місяці справжній бум бадмінтона в Одесі, дуже багато турнірів, цікавих змагань. Розкажіть про найголовніші, які умови надаються для цього, де проводити, наскільки навчальні заклади допомагають? Ми зараз провели перше совместно первенство вузов совместно з Одеською юридичною академією. Ми провели його вперше за довге время на дійсно професіональному рівні. То есть с использованием всех международных стандартов. Мы использовали международную систему учета присутствия игрока на корте. Мы играли на профессиональных кортах. То есть сейчас мы совместно с юридической академией готовимся к очередному турниру. Вот, то есть турниров проходит много. И только за май мы провели вот областную спартакиаду университетов, то есть выявив лучшие студенческие команды. Дальше следом в конце мая в Одессе проходила одновременно и Суперлига по бадминтону. Вот, ну, тут не получается похвастаться хорошим результатом, но мы проводили большой любительский турнир, это Бабалат Драгонс Кап. Вот. Нам большую поддержку оказала областная федерация, и в рамках проведения этого турнира мы договорились о тесном сотрудничестве и проведении Кубка Черного моря. Вот Кубок Черного моря – это как раз вот, турнир из разряда вот таких, на которые сейчас в Болгарию поехали наши команды. Сама идея такого турнира заключается в том, что одновременно на одном большом событии собираются спортсмены-любители, то есть бывшие спортсмены и действующие профессиональные спортсмены. Тут представлено все ревни. То есть турнир проходит среди любителей, ветеранов и профессионалов в разных категориях. Перепрошую. До речі, наскільки така кількість турнірів сприяє і дозволяє краще підготуватися, більше практики, більше суперництва існує? В'ячеслав? Більше практики, опыта ти отримуєш на кожному із турнірів. Знаєш, як твої суперники грають, і на Європі це дуже допомагає. Тобто краще готуватися саме в грі, ніж лише на тренуваннях, так? Ні, на тренування теж важливі, але в грі це теж дуже важливо. Ну, до речі, як давно взагалі займаєшся бадмінтоном, як потрапив до цього виду спорту, чим він тобі подобається, яка в нього головна специфіка, що найголовніше? Я займаюся бадмінтоном професіонально років 6. Прийшов я сюди. Ну, мене батьки привели, у мене вся сім'я бадмінтоністів. Тобто вдома також граєте, так? Так. Нравиться мені цей спорт, тому що він дуже динамічний. Окрім швидкості, що ще важливо в цьому виді спорту? Це техніка, тактика? Техніка, виносливість. Ну, тобто все важливо. Наскільки від сили удару також залежить успіх? Тому що треба суперника поставити якось в скрутне становище, так, правильними ударами. Тобто, якщо порівняти, наприклад, бадмінтон з тенісом, наскільки треба переміщатися по майданчику та займати правильну позицію під час удару? Треба це все робити швидше, ніж в тенісі, і удари складніше йдуть, тобто одною кістю. Якщо в тенісі всією рукою, то бадмінтон – тільки кістєва гра. А сама ракетка, вона менше, так? Ну, трохи легше. Ну, так, звісно, легше, намного. І ще, от вже казав Володимир, що ти також тренуєш, так? Да. Тренуєш зараз. Розкажи про це, як давно і наскільки це також допомагає, коли когось вивчаєш, сам становишся краще.
Да, ты смотришь на их ошибки и пытаешься подсказать. И когда ты пытаешься подсказать, ти сам усваиваєш це більше. Угу. Які найближчі плани саме в тебе? По турнірах, по юніорських змаганнях та по змаганнях, на яких можна от якраз набратися практики? В августі я планую виїхати в Дніпро на турнір у 19. Потом сборы будут у нас перед чемпионатом Европы, ну и сам чемпионат Европы. Угу. Дякую. И, Володимир, також питання про плани вашого клубу и подальшу взаємодію з обласною федерацією, з Всеукраїнською федерацією. І, ну, окрім тих турнірів, про які вже казали, що влітку готуються, які, ну, на майбутнє взагалі? Ну, сейчас есть хорошая, очень действительно хорошая динамичная тенденция сотрудничества. Мы вот познакомились и начали сотрудничать, то есть и как с Сергеем Васильевичем, и с Валентином Андреевичем Федоровым. В течение года мы уже, то есть, строим планы. Я думаю, что появится большая студенческая лига. То есть мы будем развивать действительно студенческий бадминтон. Всеукраинская или спочатку Одесская? Всеукраинская, чемпионат всеукраинский есть. Но, ну, сама студенческая. Но Одесская бадминтонная лига, вот студенческая, последнее время она проходила, это довольно маленький турнир. Угу. На самом деле, то есть мы вполне имеем возможности, и это будет очень полезным шагом, научить студентов внутри вуза играть в бадминтон. То есть, конечно, не каждый из них сможет представить там страну на международном уровне, но они смогут поддерживать свою физическую форму и, то есть, вести здоровый образ жизни. Бадминтон на самом деле очень заразный вид спорта. То есть, как все игровые виды спорта, ты приходишь в него можно прийти в любом возрасте и остаться в нем навсегда. То есть приходить в спортзал, играть, ты получаешь как бы и физическую разрядку, и эмоциональную разрядку. То есть поэтому мы хотим развивать студенческий бадминтон. Руководство, как минимум, юракадемии активно и имеет и возможности для этого, и действительно хочет, имеет желание. Мы со стороны, как клуб, тоже готовы всем содействовать, поделиться опытом, который, ну, профессиональным опытом, поделиться тренерами и действительно построить, ну, такой массовый спорт. Чи вистачає зараз умов взагалі для тренувань, і не тільки в залах, а ще й, ну, влітку хочеться на вулиці також пограти? Да, существуют площадки на улице, существуют, их немного. То есть есть площадка рядом с пляжем Отрада, то есть это открытая бадминтонная площадка, она ограждена, то есть забором, ограждена от ветра, в принципе, там довольно приемлемые условия для игры, то есть есть и тенек, и заборы, то есть там активно тренируются любители, то есть действительно каждый день там много людей играет. Насколько я знаю, есть еще площадки в районе 14-й станции Фонтана, но вот их состояние нужно посмотреть, то есть этот. И, кстати, такой интересный момент, мы его тут упустили, сейчас в августе вот тренер 5-й спортивной школы Александр Ищенко, он сейчас выступал на украинском чемпионате ветеранов и от Одессы поедет на чемпионат Европы по ветеранам по возрасту 65+. Угу. И, ну, то есть там целое сообщество вот любителей, которые выросли, собственно говоря, на площадках уличных там в Отраде. То есть и не только как профессиональный спорт, как спорт в зале, но и такой вот любительский. Если на улице, то какое покрытие нужно будет? Желательно, в идеале, это, конечно, должна быть резиновая крошка или резина. Ну, то есть ковер, ну, то есть спортивный ковер, там терафлекс, естественно, на улице не постелишь. Грунт, например, трава не подойдет. Грунт, трава, не, ну, трава очень, очень будет опасно, травматично. Грунт, ну, лучше, конечно, лучше это резиновая современная площадка. То есть это резиновая плитка или резиновая крошка. Но площадка в Отраде, она асфальтная. Там асфальтное покрытие сейчас. Угу. Вот. Ну, в дальнейшем, я думаю, что спорт будет развиваться. То есть и можно будет найти возможности, чтобы создать площадки с резиновыми покрытиями.
Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Ще раз вітаємо з успіхами, бажаємо нових нагород, нових медалей і будемо слідкувати за виступами одеських бадмінтоністів на міжнародній арені зараз, які виступають також у Сербії, так? Чи в інших країнах? В Болгарії. Зараз виступають ну, також Балкани. Тобто... Уже в понеділок ми зможемо знати результати. Тобто... Будемо слідкувати. Сьогодні в нашій студії бронзовий призер чемпіонату Європи U19 з бадмінтону у Сербії В'ячеслав Яковлев. Вітаємо. А також керівник бадмінтонного клубу «Олімпік» Володимир Кізима. Дякуємо. Мене звати Дмитро Богомолов. Залишайтеся з нами та живіть спортом.